Итак, друзья мои, мы достаем прямо из духового шкафа готовое решение. Именно вот такую прекрасную выпечку. Вы посмотрите, как мы выпекали. Мы прямо готовили в кастрюле. А знаете, почему у нас получилось? Почему? Потому что это самый многофункциональный комплект, который позволяет здесь выпекать, томить и, соответственно, и тушить, и даже варить. Пойдемте со мной. Мы приготовили фриттату, это омлет, причем он получился у нас пышный. Давайте перейдем, посмотрим, что вы получаете за комплект. Угу. Вы получаете кастрюлю объемом 2,5 литра и получаете ковш объемом 1,8 литра. Все это сделано в уникальном сплаве. Хромоникелевое соединение и многослойное термоаккумулирующее капсульное дно. Но еще есть много интересных дополнений. То есть получается 4 предмета 4 от бренда Велберг в очень симпатичном исполнении. То, что нужно к Новому году, и в том числе в качестве подарков, всего лишь по цене на экране. Вы посмотрите, такие цены действуют только здесь и сейчас. А во время прямых включений только один день действует максимальная скидка. Слушай, ну вот ты сказал, что в этой кастрюле можно запекать в духовке. Это прекрасно. Да. Но бывает так, что, знаешь, вот в разных кастрюлях готовишь, а вот одно и то же блюдо всегда по-разному получается. Почему так? Рассказываю. Только наш комплект имеет, внимание, пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно с ферромагнитными свойствами. В чем преимущество этого дна? То, что здесь равномерно распределяется тепло. То, что подходит для всех видов плит. И даже если вы будете готовить, например, даже обжаривая здесь пасту, у вас абсолютно никогда не пригорит. Смотрите, в качестве примера я добавляю вот такой вот томатный соус. Показываю, смотрите, я выкладываю этот соус и прямо в прямом эфире начинаю тушить прямо в нашей посуде. Так, у нас сегодня итальянский день, да. Сегодня итальянская еда. Скажи, пожалуйста, рецептик быстренько. Ты знаешь, отвариваешь макароны так. До полуготовности. Я рекомендую макароны твердых сортов. Она и есть, такие макароны абсолютно везде. Ага. Обжарили, прям потушили здесь. Выливаете воду, накрывая крышкой, сливаете эту воду. Далее готовите соус в ковше. Ну и, соответственно, получается у вас прекрасное решение. Итак, друзья мои, многослойное термоаккумулирующее капсульное дно. Давайте посмотрим, как оно устроено, а потом вернемся к еде. Придумали специально для профессиональных поваров. Первый слой у нас идет нержавеющая сталь, второй слой идет у нас последовательно алюминий. Друг за другом идут несколько слоев. Что это нам дает? Равномерное распределение тепла, подходит для всех видов плит, улучшенные антипригарные свойства, равномерное распределение тепла позволяет нам, например, приготовить вот такое прекрасное блюдо, как спагетти. Смотрите, друзья мои, в прямом эфире я выкладываю эту великолепную пасту и хочу вам продемонстрировать, насколько она у нас идеально приготовилась. Вы посмотрите, мы идеально это приготовили именно в нашей посуде. Это целый комплект. Какая и кастрюля, красота. И ковш. Боже мой, вот такие итальянские блюда вы сможете готовить вот так же, как в Италии, но только в качественных кастрюлях от бренда Велберг. Это красная цена, это самое выгодное предложение только сегодняшнего дня и максимальная выгода, которая действует только сегодня. Успейте заказать. А, кстати, скоро Новый год. Вы знаете, вот этот набор нужно обязательно именно сегодня успеть заказать, чтобы он вовремя приехал к вам к Новому году. И вы можете подарить, например, своей соседке одну кастрюлю, а своей подружке вторую. Вот так вы можете раздаривать эти подарки. Цены потрясающие, надо брать. Олег, я еще хочу тебя спросить, почему наши кастрюли... Они вот такие вот красивые, они блестящие. Рассказываю. Дело все в том, что они смотрите. Сделаны из высококачественной нержавеющей стали хромоникелевого соединения. Эта посуда ваша. Она не имеет многослойного термоаккумулирующего капсульного дна. И, внимание, друзья мои, здесь даже пригорает, потому что это не хромоникелевое соединение. А теперь пойдемте со мной. Такой посуды навалом в ваших квартирах. В чем отличие и в чем принципиально отличается ваша, например, посуда, например, от нашей? К примеру, мы приготовили два решения. Одна наша посуда, которая имеет качественную сталь, и одна ваша, которая сделана из стали и покрыта старой эмалью.
Помните такую ситуацию, когда у нас пригорает каша? Давайте просто пойдемте со мной, горячая даже нагрелась. Выкладываем. Вы видите, что здесь каша абсолютно пригорела. Да. Согласитесь, это неверное решение. Это ужасное решение. В чем преимущество многослойного термоаккумулирующего капсульного дна? Она равномерно распределяет тепло, и у нас как бы каша создается эффектом томления. То есть она кипит, но при этом давайте посмотрим, что она абсолютно не пригорает, в отличие от другой посуды. Вообще даже ничего не прилипло. Ничего себе результат! Если у вас старые кастрюли, к ним вечно все прилипает. Если вы их замачиваете для того, чтобы отмыть, по-другому не отмывается, посмотрите на наши. Стильные, красивые, поднимающие настроение, новенькие, в конце концов. Сразу комплект от бренда Велберг вместе с крышками. Это просто находка для всех телезрителей сегодняшнего дня и для меня в том числе. Потому что я сейчас уже подумаю, что подарить на Новый год. Кастрюльки лишними не будут. Найду кому передарить и себе тоже комплектик оставлю. Смотри, Олег, вот моя свекровь, например, предпочитает именно эмалированные кастрюли, потому что в них ничего не закисает. Скажи, пожалуйста, в наших кастрюлях можно ли что-то сварить и не переливать, например? Совершенно верно. Друзья мои, давайте сейчас перейдем опять на еду, и я покажу, что можно это готовить. Потому что, напоминаю, для тех, кто подключился, наша посуда имеет специальный сплав. Хромо-никелевое соединение, которое безопасно. Здесь можно готовить любые кисло-сладкие блюда, такие как щи, борщи. И здесь абсолютно никогда ничего не закисит. Почему? Потому что хромо-никелевое соединение — это безопасный материал, благодаря которому вы можете и тушить, и готовить кисло-сладкие блюда, такие как соус, например, лимонный к рыбе, можно готовить пасту и так далее. Самая безопасная посуда во вселенной, можно так смело назвать. Так, мы сегодня готовим блюда Италии. Да. Я думала, в Италии вообще супы не едят. Суп, у них минестроне есть, овощной суп, очень вкусный. Набирайте скорее номер телефона и в преддверии Нового года заказывайте столь выгодный пакет подарки и для себя, и для своих близких. Олег, что есть добавить? Друзья мои, есть добавить что? Потому что здесь очень важное еще дополнение. Мы рассказали, что это пятислойная термоаккумулирующая ферромагнитная капсульное дно. То, что здесь хромо-никелевая сталь, которая не окисляется. Пойдемте со мной. Друзья мои, здесь обратите внимание, я даже отправлял силиконовой вот такой вставкой, а значит, никогда ваша посуда не выпадет у вас из рук. Смотрите, давайте перейдем сюда. В качестве примера хочу показать. Это обыкновенная кастрюля без вот такой насадки, а здесь специальная силиконовая ставка. Смотрите, что происходит. Когда вы берете жирными руками, кастрюлю можно уронить. Мы приготовили шелковую вот такую вот тряпочку, одеваем именно на обыкновенную посуду и, соответственно, на нашу посуду. Смотрите, когда я приподнимаю, допустим, вот я приподнять хочу, давайте просто покажем в прямом эфире. Вот здесь даже мы теряем, а здесь она фиксируется максимально. Вот, давайте просто покажем. И из руки тоже не выскользнет. Да, совершенно верно. Вот, вот показываю. Смотрите, она фиксируется, потому что здесь специальная силиконовая часть. А с этой стороны вы можете просто уронить. Так, а вот этот силикон можно в духовку? А можно. Вот я только что из духового шкафа достал. Выдержит температуру 220 здорово. Градусов. Здорово! Кастрюли, которые можно использовать и на в духовке, и на плите. Выбирайте для себя свой набор и звоните прямо сейчас. А лучше берите сразу несколько. И бесплатная доставка вам гарантирована.